Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать свои покупки. Масло оливковое трех видов. Одно из них льняное. Для жарки. Льняное. И виноградные косточки для салата. Молоко отборное, десяток яиц, селяночка, свеклу. Мне нравится такая свекла, она уже вареная. Огурцы. Филе куриное фирмы Петелинка, тоже очень нравится. Горчицу в баночку. Йогурт. Сейчас редко покупаю. Но сегодня решила купить творог. И уцененное гнезда Макфы. Цена вообще меня поразила, поэтому взяла 49 рублей за пачку. Лаваш. И порошок. Комет. Глубокое очищение. Тоже обычно я не покупаю его, но вот решила сегодня. Еще такие салфетки влажные для пачки. Постоянно пользуюсь. Вот такой. Такие покупки. Цены не очень высокие. Но кому интересно, вот чек. У меня оставалось тесто от прошлой выпечки. Я его заморозила. Тесто разморозила. И буду делать печенье. Раскатываем тесто в пласт. Начинаем от середины. Края, как обычно. Берем формочку, у меня вот такая, и вырезаем. Вот у меня здесь узор вот такой узорчик получается. Вот такие печенюшки будем выпекать. Так, из этого теста вырезанного скатываем еще шарик, еще раз раскатываем и вырезаем по форме. Выпекаем на сковороде 3-4 минуты с каждой стороны. Вот такие печенья получились. Очень вкусные. Советую приготовить. Подписывайтесь на мой канал.
ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.